Примерно 3 недели назад я начал небольшой эксперимент для сравнения различных стимуляторов корнеобразования на черенках винограда. 5 контрольных черенков ничем не обрабатывались. Они так же, как и остальные 2 партии по 5 черенков, были помещены в пакет с влажным мхом. И первую половину этого интервала, то есть примерно 10 дней, они находились при температуре 17 градусов, а потом я их перенес в более теплое помещение, где температура была где-то 23 градуса. На всех черенках, и контрольных, и обработанных стимулятором, почки уже открылись и начали выдвигаться побеги. На контрольных черенках на всех образовался каллус, но корешки начали появляться только на 2 черенках из 5. Так, первый препарат, который я тестировал, это отечественный фитоклон. На нем также на всех черенках есть каллус. На 2 черенках маленькие корешки только начали появляться. На 3 уже они побольше. И по несколько корешков на каждом черенке. И второй препарат — это зарубежный клонекс. На нем отличный результат. Развитая уже мочалка из корешков. Намного лучше, чем у фитоклона на данный момент. По результатам этого сравнения я останавливаю свой выбор именно на клоноксе.